В Европе массовые беспорядки – это Брюссель, столица Бельгии. Накануне на улицы вышли около 50 тысяч протестующих с лозунгами против вакцинных паспортов. Демонстранты начали разбивать витрины магазинов, сожгли несколько автомобилей. Самые активные митингующие отказывались расходиться, начали забрасывать полицейских камнями, петардами и бутылками. В ответ силовики применяли водометы и слезоточивый газ. А это Париж. Тысячи протестующих, никаких масок и социальной дистанции. Выступают против ограничительных мер. Демонстрируют это наглядно. И протесты в мире спорта. В России футбольные болельщики против введения фан-айди. Это паспорт болельщика. Многие фан-движения против таких правил и готовы бойкотировать матчи любимых команд.